Сестра, ты куда в проруби собралась купаться? Нельзя, замерзнешь, а потом еще и притошнит. Так, нужно ее срочно одеть. Во что? Ой, она уже кашляет. Мне так, плохо. Комбинезон. Слушай, я тоже подмерзаю, можно мне тоже комбинезон? Да, и тебе палатку. Все, мы теперь три матрешки. Клево, зато не замерзнем. Вау, мне по доставке матрешек привезли. А я не заказывала. Ой, это дети, блин, что я подслеповатая стала. Не различаю нифига. Вы кто такие? Вы знаете, наш дом сгорел. И наши родители погибли. Поэтому мы сейчас сами со своей младшей сестренкой скитаемся по улицам. Пойдемте, я знаю, тут недалеко детский дом. Я туда как раз ключи свистнула. Шучу, я там работаю, пойдемте. Я расскажу вам свою историю. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Мы возвращаемся в прошлое. Мы не хотим с тобой быть. У меня были внуки, которые не хотели, не любили меня. Они любили другую бабушку, потому что она была богаче. И у нее как бы было больше денег. Так, внучики и внучата. Она пришла. Все, пойдем, пока. Да. Блин, они не хотят со мной вообще быть. Но почему? Потому что, наверное, у меня денежек нету. Пойдемте, я вас сейчас мороженым накормлю. Ой, на ура, мороженое. Классно я вами жонглирую, вам да понравилось? Вообще. Блин, что же мне делать? У меня столько игрушек, и никто не хочет со мной играться, ими играться. Может быть, тогда я хотя бы их пойду задоначу кому-нибудь. Столько детей на улицах нуждаются в игрушках. Вот тебе, девочка. Спасибо тебе. Столько большое. Детей зимуют на улице. Хотя бы будь им радость, будет хоть какие-то игрушки. У меня появилась идея. А давай я тебя удочерю. Ты серьезно? Да, давай. Абсолютно. Пойдем, у меня там еще много игрушек, а там хотя ура! Бы тепло. Что ты тут зимой на улице? Ну, у меня тоже родителей нету. Да, тоже родителей нету. И, да. Нюк, и тогда я стала собирать себе всех детей с улицы. И у меня в моем доме появилось очень много усыновленных, удочеренных и увнучеренных внуков. Я аж проснулась. Вот моя история. Что? Пойдем, плюс 3, минус 3. Пойдемте, ребята, у нас все равно дома полно места. Вау, это что у нас тут новенькая какая? А ну проваливай, не трогай, это наша сестра. Слушай, ты вообще-то руки мыл? С ней нужно быть да очень осторожным. Я мыл. Серьезно? Да, я просто хотел с ней поиграть. Просто хотел? А вдруг да. Ты ей погремушку на голову уронишь? А вдруг у нее баба будет? Ты вообще понимаешь, мальчик? Не было у меня такой мысли, пока вы не сказали. Мальчик, глаза собери в кучу, сестра лежит на кровати. Не могу. Не вставай. Да и ходить не умею. Слушай, мы будем ее телохранителями, мы должны о ней заботиться, потому что больше некому. Ты видишь, какой опасный мир? Один погремушку в руках держит, другой глаза в кучу собрать не может. Будем дежурить по очереди. Все, моя очередь. Так. Я сплю. И что? Так, все, вроде ничего не происходит. А, смена, меняемся. Як, я поспал. Братишка, иди ты спать, меняемся. Хорошо, да тут ничего не происходило. Ну ладно, даже таракан не пробежал, я все следил. Хорошо, моя очередь поспать. Ложимся, классно, дежурить по сменам. Я не дам тебя в обиду, моя сестра. А если вдруг придут какие-то грабители, нужно закрыть окно. Да иди и ты, пожалуйста, шторы. Отсюда. Шторы очень сильно помогут. И дверь нужно закрыть на 3 замка. Нельзя. Ты издеваешься? Нельзя же 3 ключа. И швабры сейчас еще подопрем. Вы что тут делаете? Чего вы мне замок ломаете? Мы телохранители моей сестры и будем защищать ее. Мы, кстати, работаем по сменам. Да, я проснулся, пошли меняться. Вы что прикалываетесь, у нас собака есть? Это эти собаки никого не подпустят к дому. Да, мы 3 собаки. Так, ну что, пойдем тогда вместе спать. Так, ну что, ой, моя очередь меняться. Так, нам сказали не меняться. Я меняюсь. Меняемся. Нет, не меняемся. Все, спим. Так, ну что, наступил следующий день. Сестренка, давай познакомимся со всеми твоими, кто тут еще с тобой вместе гуляется. Ложись на подушках, 2 подушки справа, 2 слева, чтобы ты не упала, не уронила ничего на себя. И мы тебе поставим веб-камеру и будем за тобой наблюдать. Мы за тебя защищаем и будем всегда о тебе беспокоиться. Так, все, смотрим кино. Поиграемся. Как наша сестренка играется с другими детьми. А мы поиграемся мышатами. Ой, какая девочка. А ну дай сюда. Фига! Вы видели? Так, супер-хиро, Чип и Дейл спешат на помощь. Это мальчик. Мальчик? Какой злой мальчик. Сейчас мы у него заберем. А ну иди сюда, мальчик. Это ты, мальчик, соску забрал у нашей сестры? Блин, она у нас тут одна на весь детдом. Ничего, эта соска должна быть нашей сестре. Возвращаем, наша дорогушенька. Ой, спасибо вам большое. Обслюнявлена немножко, ну ничего. Мы можем. Я помою. Помоешь, хорошо. Так, ну что, ты уже подросла, моя дорогая, и тебе пора в школу. Ой, ура, в школу, я так рада. Мы с тобой. А, опять вы? Да мне не нужно сохранение. Вы же телохранители. Да вы издеваетесь надо мной. Да, мы тебя будем провожать, забирать в школу и отводить в школу. Да я сама могу ходить. Твой тяжелый портфель. Я так. Сама умею ходить. Ты сама умеешь ходить? Да, так что умею. Уже типа большая, уже типа взрослая. Я больше не ребенок. Хватит меня уже водить за ручку. Все, иди. Блин, мы не нужны больше. Ладно, пойдем за ней проследим, куда она пойдет. Может быть, с ней что-то случится.
Ой, ладно, господи, достали они у меня. А говоришь, большая. Красный свет от зеленого отличить не можешь. Тебя машина могла сбить. Посмотрите, ее все еще братья водят в школу. Она такая маленькая. Ой, здравствуйте, я буду щекалять. Здравствуйте, дядечка, что? А я возьму вот этот, курица. А вы нам деньги давать будете или дети? Не, тут что, все бесплатно? Да. Ой. Покупай что-то. Господи, хочешь. Все, чипсы возьму. Пожалуйста, не подсядь. А мы с тобой. Давай, я тебе помогу открыть. Давай, купи. Давай меня уже бейте! А я тебе сока налью, чтобы ты не подавилась и не захлебнулась. Давай, тебе будет чашечку держать. Вы такие надоедливые уже. Посмотри, ее братья с ложечки кормят. Я из-за вас таких друзей завести, блин, не могу. Так, все. Так, хотя у моих братьев нету. Ой, посмотри, может они сейчас все придут, тут дождик есть. Мы пришли, вы правы. Вот тебе комбинезончик, чтобы ты не промокла. Ты на зайцев похож. Мы тут случайно в магазине соседнем побежали, быстро купили. Да вы издеваетесь. Пойдемте в парк лучше все. Ой, пойдемте, может там они меня ходят. Мы с тобой, мы тебя даже подвезем, смотри, какой у нас скейт. Да вы издеваетесь надо мной. Все, ну, пожалуйста, уйдите уже. Я из-за вас друзей не могу найти, никому не могу найти. Вау, какие девчонки тут в кафете. Они такие красивые, надо сюда. Давай им по конфетке купим. Девочки, а хотите леденцы вкусные? Да, спасибо вам большое. Может, хотите пойти в театр? В театр? Окей, а где это? Что это? Ладно, это кинотеатр. Пойдем. Слушай, они мне так понравились. Берем свою сестру с собой. Да вы издеваетесь. Да она тоже любит театр. Не ой, ура, театр, оставляет. Театр. Ой, здраво. Привет. Привет, это я. Это кто такая? Это наша сестра. Я хотела с вами просто, блин, наедине побыть. Эта сестра мне уже бесит, но я тоже. Даже наедине с ними нельзя побыть. Везде они эту свою сестру таскают, как будто она из золота сделана. Ты не знаешь, что они ее везде таскают. Кто там? Это мы пришли. Вы что, серьезно? Вы без сестры своей, наконец-то. Так, ну что, будем смотреть кино, как снег падал. Привет, а это я с попкорном пришла. Смотрите, наша сестра вам попкорн приготовила. Да господи, уже вы со своей сестрой. Так, слушай ты, малявка. Можно ты не будешь врываться к нам, когда мы пытаемся со своими братьями побыть? А вы не снимайте мой бантик. А если будешь сопротивляться нам, мы тебя в шкаф запихнем. Нет! Спасите! Так, мы за коктейлем сходили. Держите, вкусняшный. Ой, такой. Ой, спасибо вам. Слушай, большое. Слушай, а где наша сестра делась? Ты не знаешь? Девчонки, вы не видели нашу сестру? А нет, сестра? У вас была сестра? Как? А они вам попкорн вам давал? Господи, они опять пошли за ней. Спасите меня, пожалуйста, меня закрыли. Откуда звук со шкафа? Я тут. Телохранители всегда спасут свою сестру. Это были вы. Вот вы, да, вы вдвоем. Мы? Да мы бы никогда ничего такого не сделали. Что, серьезно? Вот он, конфеты и покушки. Да. Это так было больно. А я тебя чего? Любила. Чего вы обижаете? Ну ты драма, девушек, чего ты обижаешь их? Они, ну потому что они меня закрыли. Мы не верим тебе. Ой, все, пойдем эту сестру нафиг. Слушай, вставай сюда и попутала ветра. Далеко улететь. Слушай, по-моему, наша сестра проезжала, тебе не показал. Девчонки, что вы делаете вообще? Чего вы ее толкнули? Извините, нас, пожалуйста. Мы не можем такое извинить. Это уже не первый раз. И в шкафу, наверное, вы ее закрыли. Бери мой комбинезон. Ой, спасибо тебе большое. Ты вся в него поместилась. Ура! Все, мы никогда тебя больше не бросим. Может, тебя защищать. Ты бросишь этих девочек? Да, мы их бросили. Пацаны, смотрите, какое у меня классное эмилирование на волосах. Такая девчонка красивая. Ой, спасибо тебе, ты мне дорогой. Блин, я знаю этого мальчика. У него очень-очень плохое прошлое. Он хулиган. И... Что вы тебе пришли? Тебе нельзя, сестра, тебе нельзя. Да хватит меня уже постоянно защищать от всего. Мне не нужна ваша защита. Этот парень не путевый. Слушай, если с нашей сестрой что-то случится, ты знаешь, что мы с тобой сделаем. Пожалуйста, не трогайте меня, она мне действительно нравится. Мы за тобой проследим. Прошло тем временем... О, ты знаешь, сестра, нам пора уезжать. Мы уезжаем учиться в университет. Но мы будем... Хочешь, возьмем тебя с собой? Нет, ура, пожалуйста, просто уедьте отсюда уже поскорее. Мы будем тебе звонить каждый день, 15 раз. Да-да-да, я свой телефон выкину и поменяю себе номер. Хорошо, едь, я буду скучать, давайте. Мы будем скучать за тобой. Все, наконец-то их больше нету, никто мне не может все запрещать. Все, теперь я модель, можно пойти на улицу отпраздновать. Ля-ля-ля-ля-ля. О, стойте, девушка. Вы такая симпатичная. Пойдемте в наше агентство моделей. Вы будете вы у нас... серьезно? Да, самая лучшая фотомоделью. Пойдемте, пойдемте. Давайте. Так, вот здесь мы будем работать. Проходим, не спотыкаемся. Нам, вот вам задаток, аванс. Да, нам нужно хорошо. Подписать кое-какие бумаги. Подписали? Вот. Молодец, она подписала. Ой, так, все, что, может теперь она полностью в моей власти. Я могу с ней делать, что хочу. Платье?
Фига себе, ты жирная! Какое у тебя такое платье? Да я не жирная, я худее вас, женщина! А ну пойди на весы стань. Только не сломай нам. 45. 45? А должна весить 42. Запомнила? Поэтому иди давай, жируха. Да я Сгоняй не могу. Свой вес. Вы тут уже долго, девочки? Да-да, мы тут уже тренируемся где-то там лет 5. Уже она нас не выпускает. И она нам говорит тренироваться все больше и больше. Мы уже тут занимаемся. Никуда ты не пойдешь. Вы подписали документы, поэтому вы все будете заниматься, пока не похудеете. Мне нужны самые-самые худые и тощие модели. Потому что у нас одежда для миниатюрных худышек и дрищей. Поэтому я не идите могу. Занимайтесь. Мне уже так плохо. Я очень хочу есть. Я сейчас просто, мне кажется, умру. Я сейчас на пол упаду и никогда не встану. Где тут еда? Вода одна. Что за... Надо сказать... Тут у меня вода! Что они тут едят вообще? Тут есть шоколадка. Блин, мне же нельзя шоколад. Я ж так долго худела. Ну я сейчас сдохну. Что мне делать? Так, ну что? Девочки, выбираем, кто из вас победил. Слушайте, вы, по-моему, не до конца похудели. Опа, попались. Ой, вы пришли все-таки, братья. Да, женщина, мы подозревали, что здесь происходит что-то неладное. Вы арестованы за то, что вы заставляете девочек худеть против их воли. И за то, что не выпускаете их даже в магазин за хлебом. И вы все тоже красавчики попались. Ваше модельное агентство закрывается. Бизнес арестован, и вы все отправляетесь в тюрьму. Ура, наконец-то я смогу увидеть свет. И наконец-то вы сможете все покушать. Простите меня, пожалуйста. Откуда вы взяли полицейские костюмы и шапки? Ха-ха, мы специально переоделись, чтобы тебя спасти. Потому что мы твои телохранители. Друзья, любите своих братьев и сестер и всю вашу семью. Поддержите лайком эту серию. Смотрите все видео на всех наших каналах. Валеришка Май, Сим, Плей, Геймс, Фэмили. На наших новых каналах Влад и Лера, Валерий Кэт и Валеришка Лайк. В описании все ссылочки, переходите, мы вас очень любим. И стараемся только для вас, потому что вы у нас самые лучшие. Всем пока-пока.